Алихан Токат, я приглашаю. Смерть, люблю, люблю тебя. Мой народ, ты любишь. И бессмертна смерть всегда. Нас ты не отпустишь. В этих четырех строках отражена вся суть поэзии Алихана Токата. Его пронзительная боль и большая чистая любовь. Безграничная печаль и мужской прямой разговор с вечными понятиями, жизнью и смертью. А между ними сияет целая вселенная, гений Алихана Токата. Аж каун знажен, аж фанивун ниун, аж фанивун ниун, фекушишма сы. Шаужарда фашузы, мида гаймаривы, шау туджма сы. Валзагма баллыттан, висинай ражыттан, висинай ражыттан, каржма аж. Валзагма фашайта, раджуина життон, Раджуина життон шафсанима раж. Тарф жимагма хорта, тарф жимагманатта, тарф жимагманатта, жарда занышчуй. Валзагма фашайта, дидин житаратта, дидин житаратта, шаухалон ануи. Шаухалон фахаши, шаухалон сакажи, шаухалон сакажи, фаджиши шарул. Уимаман руаши, адамы тугнуажи, Адамы туг ножи алран жахл. Нал фаражен жахл. Фешку и мажарда, фешку и мажарда, тоны тамарю. Бахуш и макалаш, нал кушен с макарта. Я хусау, макартай, фекушат там ю. Ахсар Кодзатан, поэт. Алихан неповторим. В его ранних стихах чувствуется влияние поэзии Куста и остинского народного творчества. Однако надо учитывать тот факт, что писать он начал очень рано, почти ребенком, в 12-13 лет. Впоследствии открылся талант мирового масштаба. В его строках отразились философские течения, известные человечеству с древности. И ведь родился и вырос Алихан в бедной горской семье, благодаря каким-то родственникам ему удалось получить образование. Трудная жизнь, постоянное безденежье и уникальная образованность в области мировой литературы и философии. Читая блокноты Алихана, понимаешь, какие поэты, поэтические течения оказали влияние на его становление, признанные мировые авторитеты, в особенности символисты. А в период расцвета творчества Алихана его стихи представляют собой уникальный симбиоз. Чувствуются отголоски и наследия Куста, и народного творчества, и мировой поэзии. При этом нужно понимать, речь идет не о подражании. У Алихана свой неповторимый стиль. Его понимали единицы не только среди современников. И сегодня, должен откровенно заметить, многие именитые литературные критики не воспринимают поэзию Токата, попросту не понимают его. Литература нула на ишхонам, и у дома я пуштен гардарта. Мы фаштаг махам нахор, и шахам нахаш симбиоз жага, ума, я шфалдыштад, и шиуштер, адам он шфалдыштад. Коштай поэзил сахур котта, коштай срайшта, уи, штай символист шфалдыштад, и срайшта, ума, ишка сракотта, ша, кудыканына, ша, техника, ама виран дар хабарта. Ма зяха ма нахор диша, аджи поэзи райгур диша, ма я адам нем бар штой. Шта я бондар бирата нем барн, се рейж фидарай жахан, ма на натаккан омзиттар критик та чишта литература и ташта. Удондарай, а бондар на ишен шажарда ма, на ем барн сама уитхай авто, андар зни сахош аги.
Алихану нервал дателег, Алихан фуд, а мы на фуд фуд дубовшем регурду душте. Мне я сран сардиш, бира бинун тай. Салдар гавшем ртай уюма сардиш. Чермен Токат, родственник Алихана, жили в этом месте, в многодетной семье. А дом разрушился сам по себе или его смыло рекой? Основание смыло, и видны руины второго этажа. И погиб он здесь же. Брат заболел тифом. Алихан пришел его навестить, застал в тяжелом положении и застрелился в ту же ночь. А 27 лет прожил Алихан. Впрочем, точная дата его рождения неизвестна. Как и обстоятельства гибели, сам ли он вынес себе приговор, или не обошлось без постороннего участия. Изучая внимательно поэзию Токата, факт его самоубийства кажется вероятным. Слишком разными были чистый внутренний мир, мечты неискушенного ранимого юноши и окружающая действительность смутного революционного времени. Эти два мира не могли примириться в мировоззрении поэта. Алихан Токате как будто прилетел из другой планеты в Горную Осетию. Токат Алихан ирон хохак сардме расма андер планета эртахт аптатен хитсан кене уйя алфан блай захон сардай. Жизнь и смерть, свет и тьма – эти вечные понятия и борьба между ними являются основными в творчестве Токата. И в этом нет ничего необычного для любого поэта, но в стихах Алихана эта борьба показана в каких-то удивительных символах и образах. Коста Лиза, поэт. Человек приходит в этот мир для определенной миссии. Алихан видел свое предназначение в чистоте души, в высокой духовности. Читает стихотворение Асин. Махаларкаш, дрижеш хауш, дахиуала махаш, бенайсы дауш. Нашину баржонт фасиду аларфтам, хашатта сайдажонт, далзахай арфтам, нырмахышт алый лауам, савам махурма, савам, 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 уасурма. Уасурма, кайсурма, на? Яряхам, ананкаладжи карун, кайсурма. Мама яфта кашима, яудыкат яхам, шыгдакаманыши, чишыгдагина. Кому мы стремимся наверх? К Богу. К тем, кто уже там, пройдя тернистый путь, заслужил этот свет. Я верю, что в этих величественных горах бывают ангелы. Думаю, что и Алихан их видел и понимал тайны мироздания. Об этом говорят его стихи. Ахсар Кудзата, поэт. Сгинь скорее, мой утес, ты не можешь исчезнуть из моей памяти. И у Коста есть похожие строки. Думаю, так проклинать можно от избытка любви, любви к Осетии, к своему народу. Алихан – поэт-пророк. Безоговорочно веришь в его готовность служить народу, что отразилось в поэзии. Но помимо творчества Токата стремился облегчить горькую участь земляков, участвуя в революционном движении. Приняв революцию, поверил, что она несет народу счастье и процветание. К сожалению, социалистические горе-критики каким-то образом умудрились разглядеть в многогранной поэзии Алихана исключительно революционное настроение. Более того, в их представлении он умудрился сигануть в ряды профессионалов.
профессионалов-революционеров. При этом напрочь забыта сама поэзия, как самодостаточное уникальное явление. Молодой, но гениальный ум поэта в короткие сроки раньше других сумел распознать истинную суть революции. Алихан осознал, что счастье человек может найти только в своей душе, в любви к миру, ближнему, в эволюционном нравственном становлении. Поэт понимал неготовность своего народа к такому выбору, и тогда он обратился к высшим силам. Подобно Нарту Патрадзу, Токате разит стрелами в небеса источных образов, слов, стремлений души. Благозвучный звон этих стрел будет вечным завещанием народу, указывая ему путь к истине. Коста Лиза, поэт. Он любил весь мир, начиная с космоса и заканчивая дождевым червем. Его юное сердце вместило весь мир. Алихан писал своей двоюродной сестре: «Я желаю счастья всем». Ахсар Кодзата, поэт. Есть у Алихана стихотворение «Хох Асаунс». Идут горцы, куда непонятно. Видимо, опять на войну, хотя поэт и не говорит об этом откровенно. На погибель идут. Кому-то опять нужны, кого-то опять хотят купить свою кровью. О трагической судьбе осетин много писал и Коста, но его поэзия близка к публицистике. А какие образы нашел Алихан? Я могу сказать, что в этом стихотворении отражена история осетин с древнейших времен и по сегодняшний день, и их дальнейший безрадостный путь. Ама ярудон камдар публицистикам вахштерште коштай вот айта авто ком ком нивкане яр кот савансиос корд эд хохага адам корд кот савансма кадам саванс камдар шафт шафка кай канзштуй балвурд уманма самвацаган хаштна фалоидар балвурдайна жагы ама авто жагани шосы амзавгай авдыштарсди Ирона адам сар шванг шатак карайди аны абону онк абонма. Штай дартар дар кудузан шакшмат хойдар зывдыш саужы гафта жанма бону. Хе ха хамар яду канди усам завгана фала яиннам завгатадар. Мен асы дува ингенай саюве нигади Алихан. В одной из этих двух могил похоронен Алихан, а в другой – его брат. Какая именно могила принадлежит поэту, неизвестно. В таком состоянии находится место захоронения гения осетинской поэзии. И в течение 96 лет никто из осетин не озаботился тем, чтобы установить простое надгробие на могиле своего великого поэта. Судя по всему, народ, которому Алихан посвятил жизнь, и сегодня далек от его поэзии. Стихи Алихана все так же непонятны и неизвестны осетинам, и вряд ли можно винить нынешнее поколение в духовной ущербности. Тот мир, который сотворен в стихах Алихана, мир высокой духовности, чести, совести, в ближайшее время вряд ли будет оценен. Для этого общество должно находиться на волне уникальной поэзии Токаты, и высокая нравственность поэта должна стать абсолютной ценностью для всех. И если такое время когда-нибудь наступит, засияет звезда Токаты и устремится к небу, подобно горной вершине его величия. И только тогда поймут осетины, любовь к поэзии Алихана напьется из его чистого родника. Нельзя сказать, что творчество Алихана не исследовано. Следует отметить огромный труд поэта Ахсара Кодзаты, собравшего наследие поэта и сумевшего показать его уникальность. Ахсар Кодзаты, поэт. Я думаю, что будущие поколения осетин ждут еще открытия творчества Алихана. Оно будет раскрываться все новыми и новыми гранями. Если мы выживем. Если нет, не будет ни Алихана, ни Коста, ни эпоса Нартов.
Али хану дитингштер поет, на ирэйн даровжак там куратан масканайна, оду дишкан зашт. Хоштализа, поэт, великий поэт, если его перевести на иные языки, восхитится весь мир. А пригласите кого-нибудь на кладбище. Еще пара лет, и могилу Алихана никто не отыщет. Мы находимся во дворе Даргавской средней школы. Здесь мемориальный камень установил Табулов Султан, царствие ему небесное, и планировал памятник на могиле. Султан многое правильно понимал, но трагически погиб. Камень сиротливо стоит во дворе. И больше никакого упоминания об Алихане по всей Осетии. Что скажут наши потомки? Что мы за народ? Может, мы сами соберем, кто сколько сможет? Все те, кто неравнодушен к культуре, к литературе. Шизар хужей лауэ, ясыш кулай картына. Андар я номал нику нисы. Город дарнай, надар камрай гурди омиш. На жонан, я мамай не фаткат тара гурзыштам, на? Манан каштарта, на каштарта, фидана фалтарта махан сажах сашты. Адун схужа на адаму дышты, на? На фудалта. А мамагашка, я на жонан, лайзовка на жену, на, да хадаг, вот та на хадаг рэмбуртка нам, алчидар я... Я капек, че хайбаха шатна, ама ин на хадаган шиварам, яр Алихан женарх каману, ирона и вад, ирон зарат, женарх каману, дон отта на хадаган шиварам сарт. Манма секура и фардагнариш, азухва и мама аппад секурон. Винаужахон. Ахсар Кудзата поэт читает сонет «Бусина желания». Ниж, уйжона риш, Нараттау имана ныштархусау завгиш, Надарта шафа, васила, артхурон, Аж калмай байштон уи, Удифат кулон, Сахарта калга, шаумарга и шахдиш. Фандона еш фатахсынан валарвма, Аркалзынан нажахма рухшайтын, Мауан баштыл райдайзан хатын, Далзахан танык кышсынан и арфма, Дунетл таузынан расшухтарфын, ашталынган архаузынан етарфма. Форма сонет, возникшая в Италии в XIII-XIV веках, и Алихан вдохнул в него содержание нашего фольклора, мистических символов. И сколько ассоциаций судьба самого поэта, который отдает свой дар этому миру, и чья душа улетает в иной, лучше. И в этом сонете, и в некоторых других образность Алихана не встречается даже в нашем волшебном эпосе. Сард курдят кама и ви я курдят рад, что я вот атаху асидуне ахисем ли. Ахам мы нахор седар дишекта зиеды. Ир мы на аргауты дар яхам дишекта не ша. Хир я и асу санеты, кана мы на алхушом машик жага ус санеты сбавартана. Вот он аргауты дар бакашан най. Ахам мы нахор дишекта курдят хисауди. Рухстан ас, мадмадык ас, ой, захола. Хастахи, дахи, манайзых ас, аздан хона. Арбайтын вендыны захма. Захуталын Систон из махи захай захма Тентакалын Азрыгдан хуры
Arkel Vase. Kezdi kez gezerdeyi zindiden, zerdelası. Hudel hudel zerde hurmeme, azertiben. Hurfelice savmi gşeme, hısfeliben. Kes peşeve miğe vele hu, sefe miğe. Sefe narğı hure surdu su, kes de cihye.